110 серия, участок Мурманск-Магадан. Заканчивается 10-й день движения. Путь, который будет пройден в этой серии, 25 километров. Ночевка возле населенного пункта Красный Яр на трассе. Называется «Две сестры». Р-255 «Сибирь». Это для танкиста Василия. Ребята, с Москвой какая разница в часовом поясе?
все-таки 4 часа разница.
Правильно, жрите, куда обойдешься, что упоем.
Калининска, 68. Что, 120 было? Да, еще ближайшие. На телефоне, Мишань, сейчас. Чё ты, Миша? Это, у Саши работали, ходили сюда на Красноярск, да? Да ну куда только не ходили. Что там, Кокин, наверное, уже на месте, блин. Бачен, блин. Чинская еще далеко. Нормально. Кто где-то? Езжай, езжай. Thank you.
Красного Яра не будет уже ничего. Кафешка будет, харчевня называется, с правой стороны. Там можно покушать хорошо. А харчевня тоже нормально кормят. Еще раз продублируй, пожалуйста. Харчевня. Харчевня, да? Поднимешься в горло, да и будет две стоянки, справа и слева. Вот с правой стороны харчевня. Понял, спасибо. Это после поворота на Томсу, что ли, сразу? Нет, в Кемеровских горках, перед Кемерово. Там, Дмитровка, что ли, деревня называется? Благодарю. Там до Кемерово 30 километров остается. Пойду спрошу, где у нас парковка, где нужно встать. Режим записи. Так, сказали проехать немножко. Дальше, ну километр. Там стоянка, парковка. Навигатор проложил, называется «Две сестры». Едем туда. Только нужно найти ключи от машины. Уже голова не соображает. Все делается на автомате.
страшно пошло. Все нормально, 50 рублей. Вот, но спокойно буду стоять. Вот так вот он сказал становиться.
и никому мешать не буду. Ну все, на сегодня все, приехали.